Соседями, значит, будем? Геологи, что ли? Археологи. А, впервые я вижу археолога. Ну и что же вы будете тут искать? Потерянные звенья истории. Долго будете искать. Тут море, скалы, да голая степь. Попробуй-ка, найди. А вы уже искали? А? Звенья истории нет. А вот невесту себе искал. Не нашел пока. А тебя я слыхал, Аней зовут. Предположим. Ну и что? А я Санька. Здешний, табуны гоняю. Будем знакомы. Вечер будет сделано? Да. Купалась. Жарко. Вы знаете, пляж такой чистый-чистый и весь в ракушках. А песок такой мелкий и горячий. Как ты сказала? Мелкий и горячий. Чистый-чистый. Чистый-чистый. И табун диких лошадей, и всадник, словно вихрь в степи. Как удивительно все похоже. Что похоже?
как похожи, Аня. И ты чем-то похожа на нее. На кого похожа? Где-то в этих местах работала экспедиция с весны 41-го. В экспедиции была девушка, чем-то похожая на тебя. Она писала мне письма о степи, о море, о чистом-чистом пляже, о табуне и о всаднике на диком коне. А потом началась война. Скажите, где у вас тут начальник? Вон, под навесом в белой рубахе. Ага. Вы тут старший? Да. Чем могу служить? Соседями будем. Хата моя рядом возле колодца. Вода нужна будет, приходите. Всем хватит. Спасибо. Не за что. Хата. Колодец рядом, я об этом написала. Извините. Да? Вы давно здесь живете? Всю жизнь. В 41-м летом работали здесь археологи? Было. Начальнику ихнему вода в моем колодце шибко нравилась. Лучше не вспоминать. Неужели это были они? Профессор Нечаев, Алешка. Матвей Петрович, есть предложение поставить палатку отдельно для инвентаря. Согласны? Хорошо. Выходит, знали вы тех людей? Ну, фамилии я уже не помню, сколько лет прошло. Помянем их чистые души. Матвей Петрович, вода в этом колодце просто чудо. Попробуйте. Бери яблоки, дочка. Спасибо. Бери. Лучше и не вспоминать. Когда фашисты подошли, я, значит, с табуном в степь. Там они меня и схватили. Били, потом бросили. Коней забрали. Да ты ешь яблоки, дочка, ешь. Кое-как дополз я тогда до хаты. Помирал совсем. Утром слышу, машина вроде загудела. Фашисты приехали к моей хате. Ученого нашего привезли. А с ним еще двое наших. Девушка, ну, вот такая же вот. И паренек, вроде моего внучка. Вот тут, возле моей хаты, все и началось. Бросили фашисты наших на Санцепеке. Жара, воды не дают. А ученый в годах на сердце жаловался.
Они могут затормозить ход человеческой истории, но повернуть ее вспять никогда. Все это было уже много раз. Кровь, гибель памятников культуры, варварство. А человек все-таки жив и творит. Жаль, я не увижу, как их будут тыкать носом в их собственное дерьмо. Wasser? Sie wünschen Wasser? Bitte! Алёша! Вернись! Алёша, вернитесь! Мне лучше! Не надо! О Нечаеве в двух словах не расскажешь. Ученый с мировым именем. До сих пор мы считали его пропавшим без вести. А теперь стало ясно. Фашисты схватили его, чтобы обратить свою веру, либо уничтожить. Фашисты охотились за учеными, конструкторами, физиками. Я понимаю, но археология... Вы плохо знаете фашистов, Андрей. Скажите, что такое археология? Ну, Матвей Петрович. Понятно. Анечка, вы? Наука о культурных памятниках человеческой истории. Вот видите? А если памятники культуры той же германской нации подтасовать, фальсифицировать? Тогда можно... научно доказать приоритет германцев в развитии европейской, даже общечеловеческой культуры. Именно так и поступал германский фашизм. И вдруг появляется Нечаев и фундаментальным трудом опровергает самого Гитлера. Вот почему за ним они и охотились. А как называется работа Нечаева? Вы нигде не найдете ее, друзья. Он не успел опубликовать свою рукопись. Она пропала вместе с ним. Пропала.
Привет, Серега. Здорово, Сань. Почта? Ага, археологом. А? Слушай, может, отвезешь, а то по жаре тащить неохота. Ну, какой разговор, давай. Ну и отлично, почта вон там. А я пойду воды напьюсь из вашего колодца. Кончай ночевать. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Держи. Пока. Привет, Серега. Меня зовут Валентин Коржов. Очень приятно. А это все наши из станицы, целая бригада. Я учитель музыки. Ребята-школьники тоже интересуются наукой. Вы, я вижу, приехали даже со своим инструментом. А это Ольга, моя жена. Говорит, возьми, а то вдруг у них, то есть у вас на всех лопат не хватит. Взял, ну а баян, Ольга говорит, бери. Ну как же, говорит, Коржов, да без баяна. Прекрасно. Значит, теперь будем работать со своей музыкой. Молодец, Ольга. Молодец-то молодец, а не отпускала. Строгая? Ну что вы, она удивительная. А не отпускала потому, что, говорит, скучать будет. Понятно. Вашим непосредственным руководителем будет Андрей Григорьевич. Прошу любить и жаловать. Сейчас пойдете к центральной палатке, там вам скажут, где будете жить. Когда разместитесь, пойдем на раскоп. Научу вас работать лопатой. Лопатой? Это мы умеем. Работать лопатой у нас, это вам не огород копать. Одним неловким движением можно погубить ценную находку. Всем понятно? Понятно. Ну, главным у вас будет Коржов. Возражений нет? Нет. Ну, все. Ну, пошли. Товарищ начальник, почта вам. А, спасибо. А еще один вопрос можно, товарищ начальник? Да. Вы не скажете, где Аня? Поищи сам, мне некогда. Здесь, значит, живешь? Понятно. А это что за ящики? Для черепков? У тебя, я вижу, пробуждается интерес к археологии. Да нет, я просто приехал за лекарством для деда. Не спит что-то по ночам? У тебя нет каких-нибудь таблеток, а? Вот, по 20 капель перед сном. Не перепутай. А точно? Не будет деда хуже? Я, между прочим, специальные курсы закончила. Надо же. А это у тебя работает? Угу. Давно хотел давление измерить. А что у тебя с давлением? Да не знаю. Не то повышенное, не то пониженное.
Сердце бывает, друг, ни с того ни с сего, как заколотится. Ну, давай. Измерим твое давление. Санька, сердце у тебя здоровое. Прямо хоть в летчики. Это мне подходит. Я в летчики и собираюсь. Ну, я пошел. О, Саня, дома редко бываешь. Мать обижается. Говорит, приеду, уши надеру. Да, и еще. Настя привет передавала. В гости скоро жди. Я к археологам. Профессор лекцию будет читать. Потом танцы. Мне бы тоже с ним надо повидаться. Опять спать не будешь? О чем хоть у вас разговоры с ним, а? Эх, Санька, дело твое молодое. Пойдем, потанцуем. Почему дома редко бываешь? Можно вас? Вы танцуете? Извините. Thank you.
А, если бы увидели, как танцует моя Ольга. Я вас с ней познакомлю. Обязательно познакомлю. Ты же говорил, что она сегодня приедет. Говорил. Но у нее бывают ночные дежурства. Значит, никто не смог подменить. Познакомлю, закачаешься. Что, красиво? А ну-ка давай нашу, русскую. Пойдем. Матери передай, пусть не волнуется. Заеду. Понимаешь, сейчас в табуне дел много. Жеребят ждем, а деду одному трудно. До свидания, Саня. Ну, стоять. До свидания. До свидания. Thank you.
Ну вот, договорились мы с Ольгой каждый вечер жечь друг другу костры. Я здесь, а она на той стороне. Сейчас не видно, а? Вроде нет. Как же так? Должен быть костер. Да что тут смотреть? Горит твой костер. Еще как горит. Вижу. А? Вижу. Какая прелесть. Саня, воды достань. Смотришь? Уронил что-нибудь? Если долго смотреть, суженого своего увидишь. Поверь, у нас такое. Саня, а ты обещал научить на коне ездить. Пожалуйста. Пообедайте лучше с нами. Ой, с удовольствием. Давно не ела домашнего. Соскучилась, поди по дому. Еще как. А дома-то у тебя кто? Папа, мама, братишка маленький. Счастливо. А мой с пеленок сирота. Отец его погиб уже после войны. Подорвался на мине вот в этой степи. Скажите, а кто эта девушка? Наська-то, соседка наша. Они вот с таких пор дружат. Уедет скоро ваш Санька. Уедет? Куда? Учиться. Налетчика. Ой, налетчика. Да его трактором не оттянешь от табуна. Он ветеринарно мучится. Заочно. Книжки изучает. Не знаю. Он сам мне говорил. Да говорит он тебе, слушай ты его. Иди сюда. Давай руку. Не отпускай, Саня! Это вы. Такой дождь был, черт возьми. Ольга, наверное, жгла костер, а я ничего не вижу. Сейчас не видно, а?
кажется, горит. Точно. Ольгу знать надо. И давно ты здесь? Давно. А я ничего не вижу. А мы видим. Я сейчас. Жди меня здесь. Сидишь? Сидишь. Что? А твой Коржов там, между прочим. Что? Что с ним? Он для тебя там костер разжег, а ты тут кофточки мотаешь. Так дождь же. Ну какой дождь? Дождь давно прошел. Ой, Коржов, дурачок мой. А ты что тут? А? Где у вас керосин? А? Керосин где? Не зарывайся, не на скачках. Стой, стой, стой. Так не пойдет. Не спеши. Ну вот. А потом приехал ихний офицер и долго добивался чего-то от ученого. А ученый стоял на своем. Я представляю, чего могли добиваться от Нечаева. Да. Представляю. Не мог, видать, совладать фашист со стариком. Озверел. Бил даже. Опять воды ему не давал. А ученый стоял на своем. Рукопись вы прячете где-то здесь. В этой степи. Для меня это очевидно. Искать ее бессмысленно. Да и незачем. Ведь ваш мозг с вами, профессор. Вы сможете продолжать работать, если добровольно согласитесь служить фюреру и германской нации. Так вот, почему вы дали нам воды. Нет. Мы великодушная нация. Людей, которые заблуждаются, мы не наказываем. Мы даем им возможность стать на истинный путь. Ваше утверждение ошибочно, профессор. И вы скоро сами это поймете. И выступите с опровержением. Напишите серьезный научный труд, подтверждающий теорию о превосходстве германской нации над другими народами. Гитлер в Майн кампф заявил, что германская нация издревле огнем и мечом несла миру цивилизацию. Я должен научно обосновать этот бред. Теория фюрера давно обоснована. Да, германская нация несла и несет миру цивилизацию. Сейчас мы пришли к вам с высокоразвитой техникой. А в древности мы дали вам высокую культуру обработки камня. Ложь. Я жду вашего решения, профессор. Надеюсь, мы найдем общий язык. И вылетим в Берлин. Вас встретят как почетного члена Академии. Эта девушка пойдет с вами, будет вашим ассистентом. Пожалейте хоть ее. Жить надо, профессор, понимаете, жить. Жить. Вы все время предлагаете мне сделку с совестью. Вы до сих пор не понимаете всей серьезности вашего положения, профессор. Понимаю. И потом не тратьте времени, молодой человек. Я не отрекусь ни от России, ни от своих взглядов. Ну что ж, сожалею.
Собрались фашисты уезжать. Последний раз привезли наших на раскопки. Долго чего-то там копались. Офицер все что-то показывал в землю. Грозил ученому. Ну, а ученый стоял на своем. Стой. Мина. Отойди. Скажи, чтоб не копали. Не копать! Коржов, а? Уводи людей с раскопа. А? Возможно, раскоп заминирован. Коржов! Передай Матвею Петровичу, что на раскопе мина. Ну иди, чего стоишь? Мина! Матвей Петрович! Мина! Мина! Матвей Петрович! Мина! На раскопе! Андрей там! Петро! Лейтенант Жариков. Журавлев. Прибыл в ваше распоряжение. Идемте. Все в порядке. Товарищ профессор, взрываем? Да-да. Не волнуйтесь. Теперь это просто салют. Сказали все, кроме их последних минут. Почему? Потому что смерть заново переживать трудно. Я того фашиста на всю жизнь запомнил. Нет, он не бил больше Нечаева. Он воды ему не давал. К стенке поставит нас всех и стреляет подлюга поверх головы.
и так много раз. Девушку мучил. Потом фашист собрался уезжать, напоследок разрешил Нечаеву напиться. Достал я ему воды. Спасибо, Никифор Иванович, спасибо. Спасибо. Когда после войны сюда вернутся наши археологи, передайте им от моего имени, что вода у вас, колодцы, самая лучшая. И колодец ваш лучший во всей степи. Один такой на всю степь. Ну, довольно. Никому он ни о чем не расскажет. Еще у нас есть такое поверье. Если выйти темной-темной ночью в степь и с закрытыми глазами отыскать каменную бабу, то человек, которого ты любишь, и тебя будет любить всю жизнь. Пойдемте. Пойдемте. Это забавно. Угу. Только не всем вместе. Каждый сам по себе.
Хорошо. Пошли. Настя в своих поверьях не предусмотрела погоду. Послушай, а где же они? Сегодня же надо обследовать колодец. Возможно, рукопись Нечаева там. Да-да, колодец. Ведь недаром последние слова Дмитрия Александровича именно о нем.